Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта передали в 4 медучреждения Ульяновской области средства индивидуальной защиты. Это около 1000 респираторов, более 3000 пар перчаток, 420 костюмов и бахил, 200 штук защитных шапок, более 800 защитных очков и более 2000 масок. Это уже не первая акция Общероссийского народного фронта, третья по счету, в ходе которых были переданы средства индивидуальной защиты медикам. Комплекты средств индивидуальной защиты были приобретены на средства, собранные в рамках акции «Мы вместе». В последнее время везде звучит спасибо врачам, спасибо медикам. На самом деле это приятно. Мне же хочется в данный момент сказать всем людям спасибо, всем тем, кому не безразлична та ситуация, которая сегодня сложилась во всем мире, касающаяся пандемии данного коронавируса. Напомним, в красную зону, где лежат коронавирусные больные, врачи ковидного госпиталя ЦГБ ходят только в спецкостюмах. Именно такие костюмы в количестве 100 штук им передали в УНФ. По словам главврача ЦГБ, который с апреля возглавляет еще и ковидный госпиталь, дополнительные индивидуальные средства никогда не помешают, поскольку спецкостюмы быстро приходят в негодность. И даже если, вот, допустим, в инструкции к тем же тайвекам фирменным идет обработка до 50 раз, больше 4-5 обработок ни один костюм не выдерживает. Помощниками врачей и всех ульяновцев, кто оказался в трудной ситуации на протяжении всего периода пандемии, являются волонтеры. Они также помогали в раздаче средств индивидуальной защиты медучреждениям. Вот уже 4-й месяц ведется работа волонтерским штабом по оказанию адресной помощи на территории Ульяновской области при совместном сотрудничестве добровольцев в сфере здравоохранения, волонтеров-медиков Общероссийского народного фронта и Ассоциации волонтерского центра. Уже была оказана помощь более 100 тысячам жителям Ульяновской области. В рамках акции «Мы вместе» активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта также от всей души поблагодарили за постоянную помощь руководителя волонтерского штаба и вручили ей подарочный сертификат. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Новости Улправда ТВ.